Центробанк отозвал лицензию еще у 3 российских банков. С сегодняшнего дня приостановили свою деятельность Пробанк, Бумеранг и Банк Транспортный. Офисы последнего есть и в Екатеринбурге. Как сообщается на сайте Банка России, по величине активов Транспортный занимал 103 место в банковской системе. Сегодня его двери оказались закрыты для посетителей. Центробанк заявил, что все 3 кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, они проводили высокорисковые политику, связанную с размещением средств в низкокачественных активах. Во всех 3 банках назначены временные администрации до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.